Вот, наконец-то мы доехали. Трижды мы крутились. Водители не знали, куда ехать. Эти водители, оказывается, никогда не были здесь. Трижды, три круга сделали, прежде чем... Вот она, вот эта белая, которая нам там... Да, мы чуть не уехали назад уже в Актау, потому что уже два круга сделали. Куда ехать никто не знает. И вот, альхамдулиллах, мы наконец-то добрались. Вот. Опять же здесь эти странные растения. Растения-паучки. И вот, вот. Это соль. Это известняк, это мел, ракушки. Вот это все дно мирового океана. Вот такая красота. Босжира. Единоса. Ради этого мы сюда ехали 6 часов. Из-за того, что мы заблудились, 2 часа лишних мы крутились, сделали 3 круга, и вот наконец-то мы доехали. Наконец-то мы доехали. Вот это красота. Вот это. О. Столько часов стоило того, чтобы приехать сюда. Вот это действительно. Мы сюда добирались сначала поездом, потом такси, потом самолетом. Откуда вы? И сейчас с Павлодара. Чандаром сон. И сейчас мы. Путь проделали, да? Да. Сюда мы ехали на микроавтобусе. А, конечно. На YouTube канале у меня, пожалуйста. Все. Вау, сейчас я попробую подойти к самому краю, насколько это возможно. Вот посмотрите, как она. Вот все сразу кричат: не подходите, жахндаманда, жахндаманда. Вот эта высота, вот эта красота. Вот. Я была и на Чирынском каньоне, и на Великой Китайской стене, в мечети Беке-Татар попывали. И вот сейчас это того стоит. Вау, вау. Вау. Так. Альхамдулиллах, альхамдулиллах, альхамдулиллах. Аллаға ризамын. Аллаға ризамын осындай, осындай табиғатты өз көзімен көруге. Альхамдулиллах. Вот. На других роликах вы увидите, какая сюда дорога, как мы сюда ехали. Ой, какая красота. Глаза отдыхают. Глаза отдыхают, глядя на это. Да, такое сберечь. Никаких отелей, ничего здесь не надо. Здесь действительно надо все сберечь, как есть. Наши девчонки, как всегда, шикарные фотосессии делают. О, кто-то там казахстанский флаг.
Вау, привез, молодцы. Он жігіттер анда шақырып жатыр. Мұяққа келіңіз, мұяқта. Алмагүл спускается куда-то там. Вон парни показывают, куда идите, идите. Мұяққа келіңіз, фотоға түсуге деп шақырып жатыр. Так, вот тут как природные ступеньки сияқты, смотрите. Опа. И мои знаменитые черевички. Оп, 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 оп. Полюбуйтесь этой красотой. Это самая высокая точка, как плато. Вот она. Оп, 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 оп. Вот, вот еще такую красоту я вам покажу. Вот такую красоту. Хочу с вами поделиться этими красотами. А, если бы был дрон, все это снять, полетать там. Природные лестники как будто сделали ступеньки. Итак, ребята, мы с вами спускаемся. Смотри. Смотрите, тут миллионы людей уже спускались. Неужели вы не будете тем человеком? Казах болып қалай. Вы что? Казах емессіз ба? Вот, видите? Вот посмотрите, как, какая красота. Посмотрите, как будто Аллах-Тағала бізге ступени. Ступени как будто сделал. Кто попал в аварию? Да вы чё? Масян. Амана Симбаузе? Все нормально. О. Так. Вот посмотрите. Я спускаюсь. Я спускаюсь. Вот. Вон Алмагүль ходит, как у себя дома. Алмагүль. Так. Я спускаюсь. Мне Харанс. Вот, вот. Вот какая красота. Посмотрите. Вот. Конечно, ты будешь звезда Ютуба. Да? Спасибо. Спуститесь потом с камеры. Камера-то, Саша, вот такая.
Нет, в этом-то и смысл. Не надо смотреть через камеру. Смотри нормальными глазами. Моя сыночка боится за меня. Моя сыночка боится за меня. Ва! Голова кружится. Вас там фоткать давайте не будем, да? Меня будете фотать. Я видео снимать буду. Не только фототься, но и видео снимать. Ва! Ва! Всем, 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 всем. Вот, 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 какая красота за мной. Посмотрите. Посмотрите. Какая высота. Какая высота. А сейчас вы посмотрите небо. Какое здесь сегодня небо. Ой, какое небо. Какая красота. И сразу небо. И вот смотрите, узкий перешейк. Так, сыночка за меня переживает. Вот такой обрыв, смотрите. Опа. Вот обрыв. И вот мои черевички. Ой, какая. Мам, лучше с этой стороны. А это ваш сынок? Это да, ему 20. И мы отмечаем его день рождения здесь. Нет, у него прошло, но мы таким образом отмечаем. Чтобы у него в память осталось. Он за меня переживает, а сам, ходит совершенно спокойно. Совершенно спокойно ходит. Сравнится.